Всем привет, дорогие друзья, с вами Базя, продолжаем проходить игру по названию Outlast 2. И это у нас уже шестая часть прохождения этой игры. Погнали, ну-ка давайте мы сейчас сюда сначала пойдем, посмотрим, что у нас там, ну потом уже пойдем направо. Опять глюки у нашего персонажа. Ой, как меня это бесит. Тут по-любому вот в этих глюках, в ее снах, что-то будет жесткое. Только потому что мы же в помещении здесь, правильно? Ой, сейчас не хочу оборачиваться. Все что угодно может быть. Да, я нашел. Какой-то странный звук сейчас был. Ну ладно. Здесь у нас лежит батарейка. Ух, как ее спрятали-то надежно. Что это было? Фигня какая-то. Кто там? Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere for Lynn to find. То есть подождите-ка. Есть сюда пойти? Тут закрыто. Ай-яй-яй. Так, что-то я не определился, куда идти все-таки. Что-то я какой-то неопределенно хожу здесь, блин. Осматриваюсь везде. А, все. Ну, значит, на туда. Не, прятаться я не буду, все. Давай, выходи отсюда. Прятаться я не буду. Тут заканчивается батареечка. Так, это мы отсюда вышли. Блин. Кто-то здесь бегает, ребят. Вот мы сейчас его увидели. Ну и для чего это мы сделали? Поставили это. Фиганю. Да и ладно, пойдем дальше. Да в смысле? Что-то мне фигня дает, это то, что мы их поставили. Окей, я назад пойду. Вот говно, а. Стрёмно. Вообще-то мне страшно, как бы. Почему мы так долго здесь находимся? Пора уже заканчивать, уходить. Давай, просыпайся, где ты там спишь?
Сны тебе тут снять ужасные. Сколько можно? Ну ты чё? Блин. Хорош. Непонятно, ребят, непонятно нифига. Что это? Это мы должны продвигать, да? Сейчас придвинем. Раз уж нам тут предлагают, да? Что-то непонятно мне. Куда это надо двигать вообще? Что я сделал? Для чего? Что за фигня? Да в смысле нахер? Вы что, издеваетесь? Если прям вперед придвинуть. Все понятно. Надо было просто вперед придвинуть и все. Ладно. Что-то не хочется мне. Вообще просто никак. How the fuck do I get out of here? Еще одна батарейка. Да просыпайся, ты задорал мне уже. Офигевший. Появилась дверь, реально. Ее здесь не было. Не хочу оборачиваться, нет. Иди нахер. Пацаны, все, я, короче, ухожу отсюда.
Бля. Это капец. Хорошо, то, что, типа, я, вы знаете, типа, смотрел в экран очень сильно напряженный. Прям напрягся очень сильно. Это как бы, типа, для меня это было ожидаемо, поэтому я не заорал, не испугался, как бы. Все нормально. Можно расслабиться. От перенапряжения. Но это было жестко. Жесткий скример. Прям так нормально. В смысле заперто? Ты чё? И для чего тебе надо двигать? Странно. Ну вот, допустим, да? А, понятно все. Ну теперь все понятно. Ну, мне кажется, опять какой-то скример будет, да? Я буду ожидать этого. Блин. Как же быстро мы оказались в деревне. Ничего себе. Ну, конечно, его глюкануло. Нормально так. Вырубай-то свою камеру, не хочу это снимать. Кто это там? Что за стоны такие? О боже. Батарейка. Ух ты. Том Прайдер, ребята. Надо, кстати, Том Прайдер пройти новую, которая вот самая старая вышла. Ой, не самая старая, самая новая. Че, я несу бред какой-то. Мухи, мухи. Нет, это не мухи, какие другие насекомые такие. Держись, держись. Ты чё, братан? Жесть. Упал всё-таки он. Сранча. Это... Что? Это голум? Голум какой-то из «Властелина колец». Это чё за... Это чё за мужик был? У него какой-то пузо огромное. Я не показалось. Выбирайся отсюда нафиг. Я всегда с собой беру видеокамеру. Вот, тут я могу спрятаться вот так вот, да?
На всякий случай, да? Спасибо. Твою мать. Идите нафиг. Со своими этими стонами. Блин! Охеревший ты... Как вот еще один голум. Твари. Пугают меня тут. Офигевший. Почему ты не можешь подняться здесь сюда? Это же так легко. Ну что ты делаешь? Че, серьезно сюда? И что за звук? Я спускаюсь. Нахер. Так, а вот тут очень темно. Придется включить камеру. Так, ну еще. Добро пожаловать в это место. Полное население. Исцеление. Сорян. Там просто буквы такие похожи вот на... Путаться можно легко. Что? Вы серьезно? Это что такое? Блин. Ладно, пусть добивает. И что нас она будет делать? Насиловать? Да, тупая, конечно, смерть. Я просто отдался. Ну, она меня, короче, просто задушила и все. Добивай, добивай, давай. Как они, типа, меня так убьют? Они же слабые вообще. Они не могут даже ударить вообще, по идее. Какой фиг они прям так сильно... Как Мак Тайсоны. Блин! Твою мать! Мурашки по коже прям сразу. Ну я наблевал, тварь. Это офигел. Они еще блюют. Я что, удерживать нас, что ли, должен, или что? Я вот это вот вообще не понимаю. Нахер идите, мрази.
очень много больных. Все, идите нахер. Я ухожу от вас. Да блин, вы офигели! Сколько можно этих скримеров? Блин, сегодня какой-то выпуск жесткий. Кто такой? Куда я попал? О боже. Чё за глюки, я не понимаю. И опять я куда попал. Короче, нам придется сейчас полечиться. Не, ну это полная жесть какая-то. То там, то сям. This way, Blake. Jess! Come back! Ну, естественно. Короче, бежим за ней. Э. В смысле, ты где? Куда ты пропала? Эй. В смысле? Она что, испарилась, что ли? Я точно не помню то, что она побежала сюда. Там я был. Еще раз посмотрю. Да она, блин, этот. У нее просто мантия невидимки. Стоит где-то там, прячется с этой мантией. Так, ладно, давай сюда засмотрюсь. Где я не был еще. Здесь я уже был. Да, на реальность. Ну, да, я понимаю то, что вот что-то здесь мы должны сделать, как бы, да? Может быть, нам можно. А. Сегодня вызвал скрин на уроке физкультуры, чтобы побеседовать с ней. Отец Лутер Милх говорил мне, что она слишком чувствительна, и что это нехорошо для нее. Я в этом не сомневаюсь. Бедная девочка, я знаю, что ты общалась с ее отцом и его выдающейся личностью, а ее мать была настоящей трагедией. Да упокой Господь ее душу. Но все-таки отец Лутер Милх считает, что поехать на экскурсию на фабрику пианино было плохой идеей. Джессики, я склонен с этим согласиться. Есть высокий риск того, что она сбежит. Кроме того, подпись ее отца на разрешение выглядит
немного подозрительно. Скорее всего, она поддельная. Мне нужно еще подтверждение на отмену разрешения. Мы рассмотрим его на библиотечных занятиях в этот день. Шо. Сохранение, смотрите. Какая моя страшная тень. Опа. Что-то здесь было. Скотина. Кто это делает? Кто это нахер делает? Скажите мне, пожалуйста. Блин, это мой разум, конечно же. Блин, вот, отвечаю по-любому, сейчас что-то еще будет. Жестко, какой-то сейчас скример вылезет. Блин, ну капец это, конечно. Это просто жесть. Это она там стоит. Хорошо, что не девочка из Silent Hill. Ой, из этого, с ФР. Она меня вообще пугает. А это вроде такая симпатичная. Симпатичная девушка. Девочка. Блин. Ну как же здесь светло и хорошо. Еще батарейка. Блин. Понятно. А вот мы снова здесь, ребята. В реальности. В смысле? Чё за хрень? Он хочет нас заразить. В смысле нафиг? Immaculate is newborn. He will give us his gospel. Это существо такое. He will be nailed to a cross and die. Охереть. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat
Долголовая мразь. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this. Please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. Два этих. To guide us. Salvation after the end. Как он вообще появился? The gospel? The truth. Кто его создал? У меня просто нет слов. Чего только не придумать, нафиг. Это что, в реале? Жесть. Use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering wound. Какая же ты мразь! I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! No! You are lying. No! 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 You are lying. Ну все, камер у нас нету. Я не понимаю, что будет дальше происходить. Нас просто распяли уже, все. Это капец. Нас распяли, охереть, блин. Ты серьезно? Капец херово. Надо бонд... Да-да-да-да. Бинты, бинты, бинты. Получилось, ладно. Хорошо. Еще разок. Он постепенно приходит в себя. Когда мы вот пройдем сейчас. Несколько метров. Вот бинты. Да ты обнаглела. Что мне с вами надо сделать, чтобы вообще избавиться от вас? Огнемёт, что ли, взять? Ah!
обновил. Ладно. Камеры нет. А, я понял. Все ясно. Мне же бинты нужны, чтобы выбраться вообще оттуда. Значит, первым делом должен взять бинты. Сейчас все сделаем. Лечись, дурень. Хорош. А теперь выбирайся давай. Отсюда. Камеры нету. Так что все, капец. Они удивлены, то, что нас нету. Вовремя я, конечно, выбрался. Сейчас будем бегать, ребят. Да. Побежали, побежали. Вы издеваетесь? Я не заметил этого. Уже яма. Ну как так-то, а? Как я не заметил эту яму? Смысл? Почему я не могу туда пойти? Ну ладно. Я тогда убегу от него. Он же быстро бегает, правильно? Молодец.
дальше как? Прыгнуть с мотоциклиси? Что? Опять это говно! Он меня одним ударом прикончил, представляете? Двуголовый мразь. Как нам тогда против него? Стрелы. Понял. А может быть, нам просто нужно подождать, чтобы он как бы ушел, да? Промазал. Надо это уклоняться как-то. Сейчас буду этот мансовать. Пусть попробует. Да как ты так делаешь? Офигевший мразь. Все-таки он меня вот как-то так попадает, а? Как же он так метко, а? Блин, я не понимаю, как место пройти просто. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю. 6-ю часть прохождения игры Overwatch 2. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. Всем пока, в следующей серии будем продолжать.